Вот он, вот он, все. Руки за спину! Задержание всех 11 членов ОПГ происходило одновременно в разных районах города. Несколько человек задержали, когда те делали закладки, прятали наркотик для клиентов в специальные тайники. За один только вечер таких закладок было сделано более 40. Общая масса приготовленного к продаже наркотика составила 0,5 килограмма. Чтобы задержать организаторов группировки, парадный вход не понадобился. Спецназ предпочитает балконы и окна. К визиту полицейских задержанные были явно не готовы. По данным правоохранителей, члены ОПГ торговали наркотиками на территории всех районов Самары на протяжении года. Организаторы и члены этой преступной группы – молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет. Все они являются спортсменами, усиленно занимаются в тренажерных залах. Сами, естественно, наркотические средства не употребляют. Постоянно расширяли сеть своего сбыта. То есть можно уверенно сказать, что это одна из крупнейших сетей сбыта наркотического вещества на территории города Самары и Самарской области. В день, по данным правоохранителей, члены ОПГ продавали по 0,5 килограмма героина. Доход, полученный от преступной деятельности, составил свыше 100 миллионов рублей. Деньги за наркотики переводили на пластиковые карточки. В ходе обыска в гараже организатора ОПГ было обнаружено несколько десятков сим-карт. В квартире более 1,5 миллионов рублей, предположительно полученные от незаконной деятельности. Сейчас все подозреваемые под арестом. Каждому из них грозят тюремные сроки вплоть до пожизненного лишения свободы в зависимости от роли каждого в составе ОПГ. Павел Баймаков, «События».